В Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве прошел благотворительный фестиваль «Белые крылья». Он призван привлечь внимание к профессии медицинской сестры. Мероприятие вызвало большой интерес и показало востребованность знаний о первой медицинской помощи. Сюжет Галины Ледвиной. Фестиваль «Белые крылья» – праздник, на котором Марфо-Мариинская обитель милосердия, студенты, преподаватели медицинских колледжей Москвы делятся с гостями радостью служения другим людям. Фестиваль напоминает о добродетели милосердия. Более чем в других профессиях, ею важно обладать медицинским сестрам. Организаторы стремятся, чтобы как можно больше молодых людей узнали о таком служении, как медицинская сестра и сестра милосердия. Профессиональные навыки, несомненно, важны, но главное, что привносит с собой медицинская сестра, это доброту, любовь, вот это вот именно служение. Что значит служение? Это значит поставить другого чуть выше, чем ты сам, и служить ему, как Христос служил своим ученикам. А этому нельзя научиться в колледже, этому нужно учиться всю свою жизнь, этому это может быть искусство из искусств. И этому нельзя учиться, конечно, без Бога. Поддержать будущих медиков, подтвердить важность выбранной ими профессии пришли известные люди. Актер театра и кино Дмитрий Певцов, писатель и сценарист Дарья Донцова. К молодым коллегам и гостям фестиваля обратился главный врач больницы святителя Алексия. До революции медицинская сестра называлась сестрой милосердия. Сейчас мы учимся в медицинских колледжах, училищах и получаем профессию медицинской сестры. Но мне бы очень хотелось, чтобы эти понятия, по сути, по своей сближались. Где сложные события и эпидемия, и спецоперация, те испытания, которые мы сейчас с вами переживаем, они, конечно, нас только подталкивают к тому, чтобы все медицинские сестры должны стать сестрами милосердия. Вот этого я вам всем желаю и поздравляю вас. У вас замечательная профессия, самая лучшая в мире. Будущие медицинские сестры приняли участие в концерте, а в саду обители была организована благотворительная ярмарка. Поделки, картины и приятные мелочи сделаны руками учащихся медицинских колледжей. С надеждой, что благотворительный сбор поможет тем, кому такая помощь остро необходима. Во-первых, на благо всех проектов. Мы помогаем и людям, и больным, и старикам, и все проекты милосердия, которые там они занимаются и не только по здоровью, но еще и гуманитарной помощью. Все желающие смогли принять участие в мастер-классах, научиться оказанию первой помощи в экстренных ситуациях, уходу за лежачими больными и многому другому. А зам медицинского дела учили преподаватели и студенты Свято-Димитровского училища сестер милосердия и медицинского колледжа номер один. Фестиваль вызвал большой интерес и показал востребованность знаний о первой медицинской помощи. За время фестиваля была выдана не одна сотня сертификатов об обучении. Я прошла мастер-класс по первой помощи, чтобы пострадавшим с наружным кровотечением. Это очень интересный навык, он очень пригодится в жизни. Вдруг, если, конечно, будет такая ситуация, я смогу помочь пострадавшему. У гостей была возможность совершить экскурсию по территории Марфо-Мариинской обители. Здесь все дышит историей. Жизнь в ней тесно связана с теми идеями, которые были заложены при ее создании святой преподобно-мученицей, великой княгиней Елизаветой Федоровной. Служение нуждающимся и немощным.